Вот уже почти 70 лет Лидский хлебозавод радует покупателей вкусной и качественной продукцией. История его создания связана с 1944 годом. В то время город обеспечивали хлебом 4 пекарни. Все работы по замесу теста, формовке и выпечке производились вручную. Спустя 10 лет на территории нынешнего хлебозавода были установлены 2 механизированные линии с печами. Здесь стали выпекать формовые сорта хлеба. Так и началась производственная деятельность предприятия, которая с каждым годом значительно модернизировалась. В 2011 году произведена замена оборудования складов бестарного хранения муки булочного и хлебного цехов, которая не имела аналогов в Республике Беларусь. В 2013 году приобретена спиральная система охлаждения хлебобулочных изделий. Вводится в действие новое производство. Так, в 2014 году приобретена печь для выпечки вафельных изделий. И благодаря данному инвестиционному проекту налажено производство сладостей мучных, мягкие вафли. Лидский хлебозавод выпускает более 130 наименований продукции. Среди них более 60 видов хлебобулочных и более 70 наименований кондитерских изделий. Это хлеб формовой и подовый, батоны, плетенки, баранки, торты, пирожные и многое другое. В сутки на предприятии производится 21 тонна хлебобулочных и 2 тонны кондитерских изделий. Продукция Лидского хлебозавода известна не только в Беларуси, но и за ее пределами. В 2021 году налажено производство полуфабрикатов высокой степени готовности хлебобулочных изделий в замороженном виде. Данная продукция отгружается в государство Израиль. Отгрузка производится ежемесячно в количестве 21 тонны. Это наш хлеб формовой, кирпичик, а также хлеб бородинский и исполин. Сегодня на Лидском хлебозаводе трудятся почти 500 человек. Это заквасчики, тестоводы, пекари, кондитеры, инженеры-технологи, водители. Каждый сотрудник вкладывает частичку души в свою работу. Среди них заквасчик 4-го разряда хлебного цеха Светлана Лузгачева. Она пришла работать на предприятие 27 лет назад. Сначала девушка была упаковщиком готовой продукции, а затем формовщиком теста. Я была на формовке, то есть придавала хлебушку форму, контролировала его вес тестовой заготовки. После этого уже тесто непосредственно шло к пекарю. Потом руководство предприятия предложило мне пройти переобучение в Минске на заквасчика. Светлана Лузгачева понимает, какая большая ответственность на нее возложена. Она всегда добросовестно выполняет свои обязанности и работает на результат. От ее мастерства и профессионализма напрямую зависит вкус и качество хлеба. Весь процесс достаточно трудоемкий и требует точного соблюдения всех технологических параметров. От момента заваривания солода и муки до подачи на производство одной партии закваски проходит минимум 10-12 часов. Как известно, хлебозавод работает 24 часа, чтобы утром у покупателей нашего города и района был свежий ароматный хлебушек. Я прихожу с осмотра температуры, процесса выбраживания, потом завариваю машину. Опять же, заваривается машина до определенной температуры, там температура 85 градусов, примерно 85-90, она заваривается в течение минут 40, около часа, потом она остывает в сахарином чане. Затем эта смесь поступает в другую емкость, где охлаждается. На следующем этапе она еще раз проходит брожение и отправляется на производство. Светлана Лузгачева принимает активное участие в выставках и конкурсах профессионального мастерства. Это «Каравай-фест Батькова булка» и «Сморгонские абаранки», где она занимает призовые места. Светлана уверена, что без поддержки коллег у нее ничего бы не получилось. Как правило, мы половину своей жизни находимся на работе, половину дома. Сказать, что это не дом, не семья, этого невозможно. Потому что в нашем коллективе это очень добрые, отзывчивые люди. Мы дружим, общаемся. Общаемся не только в рабочее время, общаемся вне работы. С руководством можно всегда договориться, как по поводу личного какого-то вопроса решить. Они всегда помогут, выслушают. Так и по поводу работы. Светлана Лузгачева выбрала профессию по душе. Она ни разу не пожалела, что пришла работать на Лидский хлебозавод.
Здесь ее устраивают хорошие условия труда и достойная зарплата. Первичная профсоюзная организация оказывает материальную помощь сотрудникам в случае болезни, к праздникам и юбилейным датам, а также организовывает экскурсионные поездки. Лидский хлебозавод ежегодно принимает участие в республиканском смотре качества хлебобулочных и кондитерских изделий с Макота. На днях его продукция завоевала гран-при первой степени и была удостоена золотой медали. И все это благодаря труду настоящих профессионалов, преданных своему делу.